Сериал «Невский. Охота на архитектора» 4-6 серии. Анонс. 4 и 6 серии выйдут 1 февраля на телеканале НТВ в 20 часов. 4 серия. Мертвец. Денис и Люня расследуют кражу крупной суммы денег из сейфа компании. Подозреваемый охранник Дмитрий Артемов. Адвокатом Артемова по назначению становится Завьялова, которая доказывает в суде, что он невиновен. Артемова отпускают под подписку о невыезде. Выясняется, что к краже может быть причастна уборщица, сын которой недавно освободился, криминальный мир города недоволен, воскрешением Фомы всем было бы лучше, если бы он был мертв. Поздно вечером возле ресторана на глазах Семенова Фому расстреливают, но тут же Павел выясняет, что погиб двойник Фомина. Семенов выясняет личность киллера, это Алексей Бритов по кличке Бритва. Заказчиком убийства оказывается авторитет монах. 5 серия, защитный рефлекс. Михайлов с операми задерживает банду поджигателей машин. Выясняется, что преступники работают на Сандра, контролирующего овощной рынок. Фомин хочет быстрее выйти из СИЗО и для этого встречается с адвокатом Гальпериным. По их версии, убийство бандитов на даче Фомина было самообороной. Адвокат обещает, что в ближайшее время найдет способ освободить Фому. Гальперин получает гонорар за работу, но на него нападают и крадут портфель с деньгами. Семенов предполагает, что преступники работали по наводке. Шубин интересуется у Тучкова, будет ли УСБ что-то делать с Арсеньевым. Он намекает, что есть способ решить вопрос с генералом без санкции Москвы. Арсеньев останавливает машину Гальперина и заявляет, что Фомин не должен выйти на свободу. 6 серия, смертный приговор. В загородном доме убит бизнесмен Шахровский вместе с охраной. Камера запечатлела лицо преступника Сергей Ботников, работавший на Фомина. Однако Семенов не верит, что Ботников, бывший офицер спецназа, пошел на заказное убийство. Маркин присоединяет Семенова к расследованию, теперь он будет помогать Михайлову, Смыслову и Кудреню. Фомин требует от своего нового адвоката Завьяловой скорого результата. Завьялова предлагает Семенову выступить свидетелем.